Телеканал КРТ представляє. Чому у інших країнах, навіть якщо ми беремо Російську Федерацію, і там реально процентні ставки за кредитами нижчі, ніж у нас? Що з цим робити? От як з вашої точки зору? От я буквально на днях прочитав статтю такого діятеля Томаша Фіали, мабуть, слышали об этом, да? Це грантоїд там. Це грантоїд, який руководить Драгон Капитал, это инвестиционная компания, ну, которая раньше руководила Наталья Ерешкина, известная всем, да, выпустившая так называемые ВВП-варанты, из-за которых наша страна должна будет до 2040 года выплачивать не меньше там, 20% от ВВП, если наш ВВП будет выше 5%. Да? Uh-huh. То есть благодаря всему этому мы уже должны будем в 2021 и следующем году, в 2022, выплатить 12 миллиардов долларов. Это и проценты, и часть тела. Да? Значит, так вот что я хочу сказать. В этой статье Томас Фиал написал, что политика Национального банка очень правильная. Значит, вот такие учетные ставки надо держать, надо, чтобы была медленная инфляция и так далее. Но он, в общем-то, правильно говорит, как бы на словах, что действительно курс доллара должен иметь, курс гривны должен иметь такую легкую, плавную инфляцию, небольшую. Но он говорит, что курс Национального банка правильный. Поэтому он говорит, что гривна должна подвергаться плавной инфляции. Посмотрите, а что же у нас происходит? У нас же вместо инфляции происходит дефляция. У нас же доллар стоил 30 гривен за доллар, да? Ну, еще 28, где-то год назад. Приблизительно. А еще совсем недавно он уже стоил 22 гривны с копейками. То есть практически на 30% они сделали дефляцию. Дефляция... Ну, я так скажу так, чтобы все люди понимали, кто не экономист, что самое страшное для любой экономики, это даже не инфляция, это дефляция. Как это ни странно звучит. Почему? Потому что, когда идет дефляция, растет себестоимость всех товаров. Uh-huh. И за счет этого мы становимся неконкурентоспособными по сравнению с товарами импортными. Ни на внутреннем рынке, ни на внешнем. И, соответственно, поэтому дефляция – это довольно-таки опасное явление для экономики любой страны. Поэтому, знаете, когда был мировой кризис, и все деньги начали переводить в Швейцарию, и в швейцарский франк, как наиболее стабильную валюту. Знаете, что сделала Швейцария? Для того, чтобы не повышать курс своего швейцарского франка, чтобы не было дефляции, чтобы не потерять свою конкурентоспособность на внешних рынках, Швейцария ввела отрицательную ставку по депозитам на швейцарский франк. Uh-huh. Вы поняли, да? То есть, если ты деньги меняешь во франки и потом пытаешься за положить на депозит или на счет, ты платишь не плюс, не тебе банк, а ты платишь банку 1 или 2 или 3% за то, чтобы ты отхранил твои деньги. То есть ты теряешь деньги. Вот таким путем даже Швейцария боролась за то, чтобы не повышался курс ее денежной единицы. Представьте, так, если швейцарцы так поступают, значит, наверное, это правильный путь. А у нас дело совершенно наоборот. У нас идет дефляция, они ее еще поддерживают. И при этом этот Томас Фиала говорит, что монетарная политика Национального банка правильная. Так какая же она правильная? Я так разумею, все же таки комусь это выгодно.